Ребятки, продолжаем играть. Заходим в КС. Командные события. Так, гонка на время. Завершить трек как можно быстрее. Ну, давай я этот возьму. Свой. Мощный. Самый мощный мой автомобильчик. Потому что другие навряд ли справятся. О, видишь как. Хорошо, хорошо, хорошо. Ох ты, ё-моё. Чё это такое вообще? Алло. Как мне сюда заехать? О, заехали. Хорошо. Нам нужно срочно играть, потому что мы проигрываем. Чуть-чуть осталось, я сейчас немножко помогу выиграть. Да, как можно быстрее завершить гонку. Оп-оп-оп-оп, подожди. Давай. Очень высоко все. Нифига себе здесь. Она придумали, смотри, еще и камень. А нет, камень это, получается, просто нарисованный камень. Ничего страшного. О! Так, давай, проезжаем. Ага. Так, у нас время, да? За время? Да, время, 56 секунд. Надо быстрее проезжать. Так, вроде бы получается. А где там у нас финиш, я не понял, алло. Далеко финиш находится? Да. Что-то не вижу я финиша, но... Будем надеяться... А, вот, смотри, еще и бензин-то, в смысле... Далеко ехать, да, наверное? Ну, ладно. Давай. Вот мне хорошо, что я эту машинку взял. Но у меня самая прокачанная здесь. Из всех. Да, высоко, однако. Ой-о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 й
Ты куда летишь-то? Так, здесь давай. Давай, есть. Так, бензин заканчивается. Ёлки-палки, я что-то не подумал про вонючий бензин. Есть, взяли. Ого. Что-то я не пойму. А, вот финиш, офигеть. Так, 3200 счет. А гонка на время, забейте гол как можно быстрее. Ну ладно, давай, попробуем. А, в смысле, какой гол? Что-то я здесь не... А, вон как играть. Блин, надо толкать его или что, я не понял. Да. Так, подожди. Да ё-моё! Так куда ты полез? Где мячик? Так, вот он мячик. А чё он не толкается? Не понял. Вонючий мяч. Ладно, фиг на этот мяч. Так, новый рекорд не финишировал. И чё значит? Ладно, пройти как можно дальше. Ну давай, на монстр-траке поехали. Как можно дальше, то есть. Тут бензина не будет, да, я так понял? Ну, с мячиком я не знаю, что у нас там с этим вонючим получилось. Он у меня просто стоял, не двигался. Так, ладно, как можно дальше. Хорошо. Без бензина, что ли? Бензина не буду давать? Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой, давай, монстр-трак, вонючка, давай, еще немножко. Хорош. Да, давайте мне бензин. Кто бы мне этот бензин еще дал? Никто мне не дал бензин. Ладно, сколько проехали? 421 метр, хорошо. Так, гонка на время, завершите как можно быстрее. Поехали. Мы едем. Ох, нифига у того. Супер-пупер. Блин, тут можно врезаться легко. Я не буду спешить. Так, а нам нужно... Можно быстрее. А, один разбился уже просто-напросто. Ребята, не надо спешить. Ё-моё, это что такое за дорога такая кривая? Офигеть просто. Ай-яй-яй-яй, чуть не упал. Нормально. Блин, сложно. А, вот финиш уже. Финиш, вижу. Вижу финишок. Вижу. Да, этот быстрее меня оказался, гад. Так, новый рекорд, 6900. Ну все, где там? На каком счету я? А, вон, ну, в принципе, нормально-таки. Я поднялся, хорошо. Да, смотри у меня. 50-50. Надо будет еще потом со временем поиграть в эту гоночку. Так, ну что, давайте посмотрим, что у нас с командой. Ага, 23 уровень у нас ящика. Не добили до 24, к сожалению. Ух ты, ускоритель мне добавили.
112 тысяч мы получили. Так, итого, а здесь у нас уже на Катаре 500 километров. 500 километров мне надо еще нагонять, потому что у меня... А, ну подожди, а где? Я уже ездил разве? 117 километров. Это старые показывают у меня. Да, 0 километров. Хорошо, давайте в эту гонку сыграем сразу. Гоночку. Так, гонка на время. Завершите этот трек как можно быстрее. Так, давай в гараж зайдем. Эту машинку мы прокачаем. Моторчик. Максимально. Сколько хватит денег у нас на этот мотор. Хорошо. 52 тысячи осталось. Давайте добьем сцепление. Давайте коробочку добьем. Передач. И прижимную силу вот эту тоже повысим. Так, 11 тысяч. А, как раз у меня есть денежка. Так, ну все. В принципе, прокачали. Внешний вид давайте изменим. Шапочку поменяем на очки. А лицо поставим. Вот эту девчонку возьмем. Все, готово. Поехали. Гонка. Так, ускоряемся. Идеальный старт. Во! Давай, 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 давай. Так, поднимаемся легко. Нормально, в принципе. Прокачали мы тачку свою. Да, ух ты, не получилось. Да как так, алло? Ты что будешь делать? Смотри, а почему ты улетаешь вниз? Так, я же тебя прокачал. Нет, что-то не так с машинкой. Давай, 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 давай. Так, вот бензин заканчивается, ё-моё. О, нет. Ну почему так-то? Офигеть. Ну ладно. Так, дальше, гонка на время. Отлично. Так, нам нужно забить мяч. Мяч забиваем. Хорошо. Так, давайте толкаем, толкаем мячик. Главное, чтобы он не ушел у нас назад. За меня. Опа! Нет, 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 пожалуйста, вонючий случай. Так, мы его вытолкали. Да ладно, давай уже переворачиваемся. Сколько там уже счет? 493 монетки. Так, а здесь у нас задание проехать как можно дальше. Да, я так понял, или что такое? Бензинчик будет давать или нет? Ой-ой-ой. Так, все деньги потратил я на машинку. Так, новый рекорд написан, да, конечно, как так? Я здесь уже проезжал. Почему новый рекорд-то? Это у нас идет дизель. Автомобиль. А, поэтому... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай-давай-давай-давай, еще. Так, а дизель-то мы не прокачали, а денег-то больше нету, нифига себе, 100 тысяч я потратил на машинку. О-о-о! Давай, едем, 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 едем. А чего? Нету бензина здесь? Походу, ребята, здесь бензина нет. Ну ладно. Нет бензина, так нету. Сколько проехали, столько проехали. 415 метров. А, еще и рекорд мы побили, офигеть. Так, гонка на время. Нет, я беру такую тачку, конечно. Гонки на время, себе себе. Ой-о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 й. Какой здесь сложный рельеф-то. Ой, башка моя цела. Ай, бензин не взяли. Бензин, ну ладно, может он мне не потребуется, этот бензинчик. А может быть потребуется. Сложный, сложный рельеф. А нет, все успели. Не потребовался нам бензин. Ага, хорошо. Поднялись, ага, сундучок давай. Сколько денег? 9 тысяч. Хорош, хорош, хорош. А, ну что ж, давай в кубки поиграем. Райская бухта. Поехали. Так, райская бухта. А здесь мы, в принципе, ехали. Вот, это у меня вообще тачка прокачанная. Поэтому я быстро, далеко могу проехать. А, бензин не взяли. Не дотянулись мы до бензина. А вот и второй бензин. Хорошо. О, прям наверх заехал, который вот я смотри. А зачем мне вот так вот наверх туда? Скажи, да? Потерял кучу времени. Ох, четвертый теперь еду. Да, игроки у меня тут постоянно какие-то очень прокачанные, очень сильные. Давай, 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 едем, едем, едем.
Из одной ошибки, мы можем проиграть. О, один разбился, чувак. Чувак разбился, значит, я приеду хотя бы не последний. Такс, что у нас здесь? Финиш. Все, финишировали, третья позиция. Как я и предполагал, третье место дали.